Экостройресурс, оператор Галина, добрый день. В колл-центре регионального оператора каждый месяц принимают 10 тысяч звонков. Раньше их было в разы больше. Пик пришелся на июль. Для комфорта самарцев и жителей области сделали многоканальную горячую линию. Здесь трудится 12 сотрудников. По регламенту они обязаны в течение 10 минут ответить на звонок. Но, как правило, время ожидания меньше. Теперь выяснить интересующие детали можно по телефону. Например, если в квитанции закралась ошибка. Жителям 10 городских округов, где начисление идет по квадратным метрам, в случае какой-то некорректной информации в квитанции нет необходимости посещать наш центр обслуживания, им достаточно позвонить на горячую линию. Специалисты наши фиксируют информацию о формах разработанных, затем эта информация передается в расчетный отдел, мы делаем запрос в Росреестр, и по итогам этого автоматически происходит корректировка в квитанции. В начале года, когда новая система обращения с отходами только заработала, людей интересовало, что это за новая структура – региональный оператор. Теперь вопросы задают по тарифам. Так, в селах вывоз мусора оплачивается с каждого человека, проживающего в доме, в городах, исходя из квадратных метров. Если зарегистрированные граждане не проживают, они со своей стороны либо предоставляют временную регистрацию в месте пребывания, либо предоставляют договор найма жилья, если жилье снимается. Также предоставляется квитанция по месту оплаты, по месту постоянного места проживания. И собственник обращается в центр обслуживания населения, производится перерасчет с момента написания заявления. Перерасчет полностью от оплаты не освобождает. Начисления будут приходить по количеству собственников жилья. В колл-центр регионального оператора можно обращаться в будни с 8 утра и до 7 вечера. Елена Малютина, Максим Гусев. События.